Розы. Что я делаю на зиму с розами? У меня их всего тут 4 штуки, по-моему. Вот. Я вижу, вот когда вот эти вот, ну, начинают отрастать новые побеги. А, вот, даже бутон дал. Я их на зиму не буду обрезать. Я их так оставлю. Бутончик даже. Так, а это низкорослые сентябрины. Скоро зацветут. Ехера. Так, а это высокорослый сентябрин. Он раньше цветет, чем низкорослые. Сейчас пойду волосы скоро красить. На седину написано 40 минут краску держать. Но пока седины у меня нету, я не лгу. Это минут 30, наверное, будет держать, не хватит. Докупаться. Достираться, может быть, даже. В воскресенье, кто и знает. Погода. Погода благодатная. Пока что. Погода хорошая. 23-25. Даже был один день 27. Это типа декоративный сорняк. Не дохватило сил доубирать огород. Да и нечего было высаживать. Но здесь все равно, может, когда-нибудь
каждый год я так и говорю. А это я вот свеклу сажала, ничего у меня не выросло. Одна вон малюсенькая. У нас без воды здесь, или как там объяснить, но земля, она как камень у нас. У нас ничего не растет. У нас и соседей никто не сажает, и это правда абсолютная. Абсолютно, я говорю правду. Вот. Не знаю, может где-то там подальше, а у нас тут никто не сажает. У нас земля, она какая-то вот улитки и вот такая вот. А без водопровода мы для себя-то никак не можем, как говорится, добыть, чтобы пить, да хоть помыться иногда раз в 100 лет. Ее тоже натаскать. Вот. Вот. Так что... Такие вот дела. Вот такая вот земля. Вот. Я не знаю, как тут еще хоть какие-то цветы растут.